ITN Security Forum – это уже успевшая стать традиционной площадка, которая объединяет специалистов в сфере информационных технологий и безопасности со всей страны. Только в этом году участниками форума стали более 900 человек из 80 городов России и ближнего зарубежья. И за два дня они не только обсудят вопросы интеграции IT-технологий в бизнес, но и смогут познакомиться с наиболее перспективными из них. Республика, накопленным итогом за последние, пожалуй, 10 лет, суммировала и создала цифровое пространство не только для органов исполнительной муниципальной власти, не только для обеспечения деятельности и повышения эффективности их работников, но и также для жителей Республики Татарстан и не только жителей Республики Татарстан. Стоит отметить, что активное участие в форуме принимает и Казанский федеральный. Так, в этом году при поддержке Высшей школы государственного и муниципального управления КФО была организована секция, посвященная IT-технологиям в HR. На секции рассмотрели опыт внедрения кадровых информационных систем, а также технологии подбора и развития персонала. Александр Александров, Ленардо Влетьяров, Универньюз.